Я сыграл во все игры в кальмара в топе плеймаркета. Выводы неутешительные. Во-первых, я сошел с ума. Скажите мне, как можно играть вот в это майнкрафтнутое рекламное нечто? А во-вторых, 90% из них откровенные помойки, созданные на скорую руку под хайп сериала. Вы спросите, что совсем нет годноты? Всего две игры оказались меньшими из зол. Одна из них от первого лица. Здесь уровни потяжелее и вызывают некоторый интерес. Но есть подозрение, что на слабых телефонах такая игрушка не пойдет. Вторая находится на первом месте плеймаркета. Она элементарная, но чуть-чуть позалипать можно. Вот и вердикт. А вы что думаете?